да, я не знаю, наверное, процентов 70 нашего общества, особенно людей, да, в возрасте, дедушки, бабушки, вот у них, как правило, всегда болит, и вот незатейливого крокодила на самом деле очень, ну, не сложно сделать, но он дает колоссальный результат, если с ним работать часто. Начнем мы с вами с чего? С пятки на носке. Наша задача – лечь, ладошки расставить в стороны таким образом, чтобы тут подмышки 90 градусов было, да, перпендикулярно корпусу. Затем я беру, ставлю одну пятку на носок. Здесь будет не самое сильное скручивание для поясницы, но отличное скручивание даже для более вышестоящих мышц. Теперь очень важный момент. Нам необходимо сейчас будет повернуть ногу и постараться носком верхней ноги коснуться пола. Но ягодицы нам часто мешают это сделать. Поэтому я вам что говорю? Немного подкрутите нас, чтобы попросту себя достать. Затем вернули пятку на носок и пробуем, не отрывая лопаток, коснуться носочком пола. Получается? Лопатка не отрывается. Ладошки лежат на полу. Носок коснулся? Старайтесь коснуться. Докручивайте так, чтобы касался. Здесь не только чувствуется поясница. Здесь, еще раз говорю, верхний идет даже немного выше. И если есть сильный зажим в лопатках, то очень часто именно в такой точке он включается. Сейчас дойдем до ягодицы, дойдем до всего. Вот, казалось,